Всем привет, с вами Шмыга, вы на канале Ушмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Pathway. Ой, ёпти, блин. Какой код? О, моё. Так, что? Хорошо. Я готов. Continue. Я должен выбрать кого-то? Я только двоих, что ли, выбрал? А еще можно выбрать? Нельзя? Так. Нету на русском языке пока этой игры, но это нас никогда не останавливало, потому что мы же с вами англичане. Мы с вами англичане или... Мое путешествие начинается. Так, я так подозреваю, это какое-то... Somewhere in desert. Continue. А, у меня через этот все идет. Что он нам сказал? Короче, тут... Зачем я начал играть в эту игру? Using surrounding rocks as cover, you make your way up to the enemy camp. Ага, это какие-то немецкие солдаты. Стреляем. Ну, давайте постреляем хоть. А то мы так... планирование фазы. То есть, так, у них есть псарня. А кто у них еще есть? Ой, смотри, а как так много-то их, да? Так, у них есть пес-собака, бродячий пес и собака, и второй. Давай сюда. А, так. Значит, что я могу сделать? Главное, чтобы типа меня не заметили, правильно? Enemy turn. Ёпти. А псарня будет на меня атаковать, да? Я так подозреваю. Собака тварь. А мне нужно было в защиту выйти, да, наверное? Ну, короче. Блин, я не знал, что они... Они, короче, меня тоже видят, эти упыри. Ага, они с ножами. А, нет. А, промаханулся. Понял. Так. Ну, сейчас на изи, короче. Так, теперь я хожу. Так. Ты у нас. Атак док. Она сдохла? Ага. Так, теперь я могу отойти. Отойдем. Защитку, чтобы там от этого, да, уйти. Так, теперь ты у нас. А у нас... А, ты снайпер у нас, да? Три патрона, если он... И так. Нет, стоп. А я не могу бегать больше? Панч, граната, first fire, low profile. Подожди. Блин. Чувак, а ты можешь отойти немного? Не можешь? Значит, low profile. Ладно. Блин, подставился, да? В смысле? Через что? Я же в защите сижу. Ах ты, собака, тварь. Ну ладно, так. А, он спрятался, типа, правильно я понимаю? И, типа, так, теперь я хожу. Так, надо собаку убивать вначале. Нет, не ты. А, или ты. Нет, не ты, вот ты. Собака, тварь. Волк. Сюда волк. Так, теперь ты. Надо собаку убить. Бакам минус. Так, у нас еще там просто третий подбежит же сейчас, да? А, или их только двое осталось. Нацистский чувак. А мы вот сюда уйдем. Блин, я без защиты, видишь, остался. Этот хоть с защитой остался. А нет, их трое. Так, 20 защиты. Блин, я тоже без защиты уже остался. Фак.
Мазила, мазафака. Да блин, они все, смотри, как ходят, и они еще, короче, могут это, варить. Так, стоп. Нет, не даблшот. Так, ходим за тачку. Так, ты, подожди, гранату. Сколько, на сколько граната убивает, подожди? Три клетки, а между ними... Ах ты, сю-сю-сю. Сю-сю-сю. А это что, Burst Fire? Ага, так, не так. 68 попадания, давай, убей его. На-на. Минус? Нет, не минус, фак. Пойдем сюда тогда. А, ну этот-то вообще уже все труп. У него мало. А, ну не, а тут ты не попадешь, братан, ты что, дурак? Так, player turn. Так, ты у нас. А, не ты, нет. 48 попадания, 48%. Ну давай попробуем. Хорош. Так, теперь ты. Теперь ты, панч. А, у тебя только вот так. Оп. Подал бы. А, тут еще нужно перезаряжаться, типа. Ну ты, сука. Бля. Я не знал про это. Так. Ты. Ноль. Нет, а мы знаешь, как сейчас сделаем, смотри. Так. На-на. Сведуся. Так, хорош. Я молодец или не молодец? Да нет, я очень много reload all weapon. Как думаешь? Я очень много, ну, короче, получил рублей. А я могу восстанавливаться? У меня перед каждым боем восстановление пойдет? А, так, вот так вот. Continue. Ground done. Так, у нас мне нужно... А как мне топливо-то? Withdraw? Не, атак, конечно. Давайте поатакуем немного. Ну, мы же с вами игру рассматриваем, а не как бы... Они занимаемся всякой... Да? Всякой фигней. Так, подожди. А я пока... А я врагов пока не вижу, да? А, вижу. Три врага, да, у них всего? Раз, два, три. Еще непонятно, сколько кто будет, да? Так, хорошо. Давай ты сюда. Да. Мой ход. Мой ход. Понял. Так. Ну да. Да блин, ну я не знал, ладно. А нет, вон у них еще один нацистский упырь. А, собака. А я же сделал себе репейр. А, или... Ох ты, сучка. Да, я плохо разобрал этих. Так, моя собака. Так. Ты у нас... Памс, ты у нас не памс. Ты у нас должен сделать как бы памс. Это значит... Мне бы вообще вот туда, стоп. Так, и ты у нас куда можешь уйти? Так. Блин, а я не знаю, сколько атак-то у нас? Мне нужно с два шага сделать, да? По идее. 48%, 48. Давай в тебя. На-на.
А собака добежит до меня, интересно, или нет? Бежала, сучка. Опа. Так, мне надо собаку уничтожать. Ты у этого убиваешь. И... Так, стоп. Так, ты теперь, короче, мы уходим. Мы немножко уходим. Потому что мы должны... Короче, мы должны полечиться немножко. Хотя он, блин, последний остался. Что он там будет делать? Блин, да... Сучка. Я почти умер. А, я уже не могу это делать. А мы сейчас сделаем вот так вот. А, гранаты не восстанавливаются. Хорошо. Он не сдох? А, он сдох. Все отлично, все отлично пока у нас, ребят. Без паники, главное. Так. О, хорош, смотри. Классно. Най, мы еще и ножик поимели. Еще и этого поимели. А мне... А я могу где-нибудь атак Снейк? А там Омар что-то сделал? Омар ее убил? Подземный ход какой-то мы нашли. Ага, так. А, драка пошла, да? Так. А сколько их народу, непонятно пока, да? Их только двое или нет, или больше? Пока не понятно. Пока только двое, да? Так, один минус. Пурум-пум-пум. А мне нельзя, да. Ушел сюда. У меня хп, смотри, сколько мало. Он сейчас его, короче, будет стреляться, да, с ним? Собака, тварь. А это кто такой, мазафака? Так, подожди. Нужно, короче, смотри, как сделать. Вот так. Он сдох? Так, теперь ты вот сюда бежишь. А, я уже не могу, блин, у меня все переето, а? Главное, чтобы не убили этого чувака. Да блин, ну я не вижу, кто там даже. Блин, опасно. Не, я уйду подальше. Ну потому что... Ну да, потому что... А, я могу шляпу там одеть был. Угу. Опа, слышь, мощный чувак. С хпшкой. Не с хпшкой, а с броником, в смысле. Тридцать 3% шанса его хреначить. Так.
Хорош. Блин, мне бы где-нибудь, слушай, этот бы раздобыть. Блин, я вижу, еще и гранату одну потерял. Потому что, блин, а где мне хпшку-то восстанавливать? Понятно пока? Ну, короче, непонятно, да, видишь, как бы куда идти и что делать. 4 топлива осталось, мало. Не, не могу атаковать. У меня очень мало. У меня очень мало, видишь, этого. Так, что там у нас? У нас какой-то... А, экспа. Так. Экспа, level up. Я ничего не могу сделать, что ли? Я могу только оружие, типа, ему дать в руку. А, вот, level up. Блин, а чё, типа, не это, что ли? Дэмэйдж... Не хпшку не восстановить, а? Камон. А там что? Непонятно, да? А один у меня, один этот попался. Ой, там какой-то мощный. Я сейчас умру, наверное, да? Планируем фазу. Да, я, короче, я сейчас помру. Блин, плохо. Да, они еще тут, видишь, с этими, короче, с брониками. Ну вот этот с броником, еще и да, собака, тварь. Это вообще без хпшки. Вот сюда давай. А, не добежала? Паскуда, тварь. Ну вот это, да, самый опасный ублюдок. Нихера он ходит, слышь. А еще кто-то тут есть. Капец. Жестко, 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 жестко. Короче, мне нужно убивать вот этого парня. И псу, и псарню убивать. Сколько у него хпшек осталось? Так, хорошо. Шляпа огонь. Ну не, я теперь хотя бы разобрался, понимаешь? Тут как бы такая, ну, ситуативина. Ситуативно, что... А я под шляпой все время могу быть, да? Угу. Так. Ах ты, пипискин. Пипискин. А тебя не могу? Тебя не могу. Твою налево, ну бля, ну нет, ну пожалуйста, ну не надо его убивать. Ага, хорош. О, ёб твою, я же под шляпой был. Или шляпа не так работает, типа?
Да, он уже все, да? Пираты, конечно. Падла. А я его могу как бы спасти или нет? Надо убивать, братан. Но он его не убивает. А я мог четверых, типа, еще взять, или только двоих этих персонажей. Блин, я, видишь, не прочитал ни хрена, ничего нет. Ну, я умер, да. Ну, ладно. Эх ты, эх ты. А, back to map я могу. А что тут back to map? А, я могу восстановиться, типа, или что? А, не могу, все. Понял. Такие дела. Back to the... Вот такие вот дела, ребят. Ребят, ну посмотрели вот так на такую игру, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шемыга. Вот. Не, в принципе, игруха прикольная, мне понравилась. Если бы еще ее перевели, то есть грамотно, чтобы можно было, да? Потому что владение английском у нас на уровне бога, конечно, но... Ну да. Но мы не стали ничего читать, там не это. А вот, но в целом, не, в целом нормас, нормас, в целом хорошо, да. Так что, вот такие вот дела. Всем счастливо, всем пока, ребят. С вами был Шеммыга. Всем пока. Это была игра Pathway. Да, или как она там называлась? Ну, хоть что-то интересное, мы летом все-таки выкопали хоть какую-то игру, в которую можно поиграть и, в принципе, получить удовольствие некоторое. Или не некоторое, не знаю. Все, ребят, всем счастливо, всем пока.